Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на автоматический карабин ЦИМА SM079M4 с 14,5-дюймовым цевьем. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия карабина на базе М4 с репликой пистолетной рукоятки Tango Down, репликой телескопического складывающегося приклада Welter с резиновым затыльником, пламегасителя Lantak Dragon и цевья с интерфейсом стандарта K-Mod. Комплект поставки включает в себя зарядное устройство, аккумулятор, пластиковый магазин бункерного типа на 350 шаров и сам привод. Привод выполнен качественно, не имеет люфтов. Цевьё, нижний и верхний ресивер выполнены из алюминиевого сплава, а пистолетная ручка и приклад из пластика повышенной прочности. Привод имеет среднюю длину для игры на малых и средних дистанциях. Подойдет для игр CQB типа. Хорошо помещается в компактных оружейных чехлах от 85 см. Вес привода 3120 грамм. Его длина 82 см со сложенным телескопическим прикладом. ЦИМА SM079 имеет вторую версию гирбокса. Все запчасти гирбокса взаимозаменяемы от других фирм. Длина стволика 390 мм. Для установки оптических коллиматорных прицелов привод имеет рис-планку по всей длине верхнего ресивера, переходящего на цевьё. Также для установки тактических рукояток, ЛЦУ, фонарей и другого навесного оборудования привод имеет крепление стандарта K-Mod. У основания трубы приклада имеется двухсторонняя антабка. На самом прикладе также присутствует отверстие для быстросъемных антабок. Отсек под аккумулятор находится в трубе приклада. Привод в базовой комплектации имеет разъем мини-томия. Переводчик режимов огня имеет три положения. Режим предохранителя, где заблокирован спусковой крючок, режим одиночного огня и режим автоматического огня. За окном гильзоотвода находится регулировка камеры FOPUP. Отводим рукоятку заряжания, привод встает на затворную задержку, и крутим колесико, регулируем степень подкрутки шара. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 126,8 метров в секунду. Скорострельность составляет 15,9 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Всем пока!